Сегодня у 400 школах Гомельской области прогучал опошний звонок. Со стужками «Выпускник 2019» на линейке пришли больше, как 8200 11-классников. Наш корреспондент Олег Сентюров принял удел во урочистостях, которые прошли у агроградку Вудь Добрушского района. Ночью у вёсы прошёл моцны дождь, але перед початком линейки на небе з'явілася сонца. Гэтая прыродная заява у школе растлумачылі ў адпаведнасці з народнымі прыкметамі. Дождь да дабрабыту, сонца да удачы, а таму далейшае жыццё сёлетніх выпускнікоў абавязкова будзе паспяховым. У гэтым годзе Уцівскую сярэднюю школу закончылі 8 чалавек, прычым усе ўжо вырашылі працягваць вучобу далей. Іх першы настаўнік Таціна Сычова кажа, што сёння нават і не верыцца, прайшло 11 гадоў. Маленькія, смешныя, з большымі бантамі, з спуганымі глазами, такие все интересные, забавные. Ну, как бы так могу их описать. Вытевская средняя школа в Добрском районе одна из лепших. Только у этом научальном годе ее учени на конкурсах и споборницах разного узровня отримали больше 50 дипломов. Для сельской научальной установы это добрый показчик. Тут увогуле готовы поспачаться на конт думки об не завсёды высоким узровне ведов у вязковых школьников. Я каждый свой день начинаю с мыслью, с девизом, что сельский ученик – конкурентоспособный ученик. И это вижу на делах, на практике, на участии моих учащихся в различных конкурсах районно-областного и республиканского уровня. И учащиеся нашей школы показывают великолепные знания, чувствуют себя комфортно, уверенно, сдают достойно централизованное тестирование. Сегодняшний опошний звонок у Вутевской школе – заключное мероприемство по ушанованию выпускников. На протягу месяца, кожный понеделок, тут проходила линейка, на якой классы выказывали им свои наказы. Хоть и сами 11-классники без пожиданий не обошлись так само. У Вутевской средней школе уже годов 15 есть такая традиция. Выпускники вот на таких символичных ключах покидают свои парады в учнем инших классов. Сегодня пожидали берегче школьный инвентарь, положать старейших, не крыудить молодших и промать удел у школьных мероприемствах. Опошний вальс у Вутевской школе не просто обовязковый элемент урочистой линейки. Это развитание с сапраўды родной установой и ее наставниками. Теперь выпускники уже с жартом будут узгадывать свои сочинения с помылками, незнойденные отказы на математичные задачи и невыученные химичные формулы. Опошний звонок ставит под 11 годами в учебы кропку. Напереди у выпускников экзамены и выбор дальнейшего житевого шляху. Было здесь очень весело, конечно, не без слез, по некоторым урокам-то как были иногда плохие оценки. Также я здесь нашла много друзей, и эти воспоминания останутся у меня на всю жизнь. Не останавливаться на достигнутом, дальше идти, быть профессионалами своего дела, то, которое они выберут у себя. Вот, какой жизненную дорожку они пойдут. Кто-то будет строителем, кто-то будет водителем, кто-то преподавателем. Вот. В каждой специальности необходимо быть профессионалом. Вот я им этого желаю. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Добрский район.